12 октября 2016. Очередной ураган с ливнем в Одессе. Что-то они к нам зачастили. Буря мглою небо кроет. Вихри водные крутя. А то как зверя назовут, а то заплачет как дитя. Текс. Сидя у себя в квартире, наблюдать в окошко, конечно, хорошо. А вот беды, неприятности она уже доставила Одессе довольно много. Повалена куча деревьев, столбов. Оборваны провода, стоит весь электротранспорт. В Аркадии упал высотный башенный кран. Прибил маршрутку. Ага. Музыка дождя, симфония ветра и ливня. Так что там с краном у нас? Прибил маршрутку. Прибил легковушку, развалил очень популярный известный ресторан. И второй или третий этаж там магазина. Да, погода разгулялась не на шутку. Это, конечно, не Мэтью, но тоже впечатляет. И это даже еще не поздняя осень. Очарование. То ли еще будет, ой-ой-ой. Зима еще только на горизонте. Весело, похоже, будет этой зимой в Украине. Живем, увидим. Будем жить. Будем посмотреть.